Что ты, друг, как дела? Да ничего, пойдет, блядь, заебало все, блядь, короче, сказали, блядь, замены нахуй не будет никакой, блядь. Никто, блядь, нахуй нас не хочет ехать менять, там все отказываются сюда ехать. Вы сюда именно на Украину или, блядь, именно к вам туда? Ну, на Украину. Короче, это уже командование выступало, да? Ну да, там, блядь, приезжают, агитируют, там, блядь, какими только нахуй, ебать, способами, нахуй. Младшие классы пишут вам письма, там, блядь. Вот если вы уедете, кто-то останется, блядь. Там пугают, что, блядь, характеристику испортят в личном деле, если уволятся. Ну, блядь, еще, блядь, ни одного это не остановило. Ну, то есть можно уехать? Можно, можно, ага, вроде там. Что думаешь? Да что думаю, блядь, наверное, сейчас досижу, блядь, вот 3 месяца как стукнет, нахуй. Надо как-то выбираться, блядь. Буду искать что-то на гражданке, блядь. Не сошел же, не сошелся же мир на армии, правильно?